здоровы. Сам не болей. Чё, как? Слушай, спасибо, что выручил. Ну а как ещё? Чем ты кондовая? Женить бы в полный рост. Ой, старик, Фиби будет в восторге. Нежный ты цветок, Нига. Люблю я её. Правильно, когда шибко любишь, надо впрягаться. Ну чё, покисла мой сиськобар? Ну, не 8 же утра. Черри прогресс, внимание. Запущено множество Мандельброта. Нарушен протокол хоровое эхо. Это песня, что ли, какая-то? Блядство. Нет ничего опасней. Эй, вы чего с моей тачкой делаете? Шмального убийцы. Фиби, я двоих человек убил. Ништяк. Они были с пушками и ножами, короче, полные отморозки. Ты копам звонил? Нет, не звонил. Потому что у меня дубасы и грибов полная тачка. Да как ты такое учудил? Не знаю, я вообще ни хрена не понимаю. Хоть что-то я весь какой-то в смятении. Ни хера! Извините. А ну брось! Этим летом активирован агент Хауэлл. Устранил двух оперативников. Ложкой, сэр. Хлебаной ложкой? Агента Хауэлла мы ликвидируем. Ты совсем ебанулся? Фу, выражение. Идеальный секретный агент. Со мной что-то неладное, я людей валю пачками. Есть вероятность, что я робот. Никакой ты не робот. Тёлка в пацанской берлоге? Не, мать. Хуюшки. Становится идеальной мишенью. Да он профи экстракласса. Наше творение, которое стало угрозой. Ты весь город решил подорвать. Лови! Нет, помогите! Я спасу свою девушку. Живо, живо! Джесси Айзенберг. Кристин Стюарт. А, ну да. Старая пулесковородковый фокус. Ультра-американцы. Сядем в тачку и раскумаримся. Вот прям сейчас, что ли? Ну да, да-да. Если подумать, то это, конечно, фопа. Скоро!